Управление пенсионного фонда в Волховском районе сообщает, что с 1 января 2019 года началась отчетная кампания по представлению страхователями сведений о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-стаж, утвержденной постановлением правления Пенсионного фонда России от 6 декабря 2018 года, номер 507-П. Обязанность страхователей-работодателей представлять в органы Пенсионного фонда сведения о страховом стаже своих работников предусмотрена пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года номер 27 ФЗ об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Указанные сведения страхователи должны представлять ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Сведения за отчетный период 2018 год необходимо представить не позднее 1 марта 2019 года. Нормами законодательства предусмотрены меры ответственности страхователей за представление сведений индивидуально персонифицированного учета, в том числе сведений по форме СЗВ-стаж с нарушением установленных сроков, а также в случае представления неполных и недостоверных сведений. Это первое – применение финансовых санкций к страхователю в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, часть 3 статьи 17 закона номер 27 ФЗ, а также наложение административного штрафа на должностное лицо страхователя, руководителя в размере от 300 до 500 рублей, статья 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также обращаем ваше внимание, что Пенсионный фонд осуществляет сверку данных о застрахованных лицах, содержащихся в различных видах отчетных документов страхователей, представляемых ими как в органы Пенсионного фонда России, так и в налоговые органы. В случае выявления в результате сверки фактов непредставления сведений индивидуально персонифицированного учета на конкретных застрахованных лиц, а также представления неполных и недостоверных сведений в отношении страхователей и их должностных лиц, применяются указанные выше меры ответственности. Рекомендуем проанализировать полноту представления отчетности по форме СЗВМ за период январь-декабрь 2018 года, а также отчетность о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, представленные в налоговые органы на тех застрахованных лиц, на которых в отчетную кампанию 2019 года вами представляются сведения по форме СЗВ-стаж за 2018 год.